Среди награждаемых люди разных возрастов и разных профессий. Это настоящие профессионалы и патриоты нашей страны. Их жизненная позиция не в словах, а в поступках. Всех объединяет главное – это верность долгу и своему делу. Яркий тому пример – работники противопожарной службы, удостоенные медали за отвагу. Цена их работы – это спасенные жизни. Уверен, для них это главная награда. Честь, совесть и мужество воспитываются с детства. Тем более важен и ценен родительский труд. Медали ордена «Родительская слава» сегодня будут вручены многодетным родителям. Убежден, в их семьях вырастут достойные граждане страны. Хочу от всего сердца поздравить участников сегодняшней церемонии. Желаю всем счастья, здоровья, новых успехов и достижений.